Всем привет! Давненько я не поднимал в воздух свою 450-ю Валкиру. Аккумулятор уже 2 года, у меня остался всего один. Думаю, что минуты 3-4 вертолет должен на нем полетать. Давайте проверим. В детстве сказок, без родительских подсказок, я хотел летать, как Карлсон, и виражить между крыш. До небес казалась малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка ложь и мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, и с детства вертолетик превратился в вертолет. Ну вот флип получился, но виловато. Вертолетик. Вертолет. Лучшие в мире привидения с фотографом. По горам, полям и весям, облака винтами месим. Как малыш и Карлсон вместе, разлучить не смогут нас. В небе жизнь совсем другая, пусть земля меня ругает. Я по воздуху шагаю, сжав ладошкой ушак газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем тот там, тот... Ну, летает вроде. Ну, давно не тренировался я уже. В этом почете нас всегда с надеждой ждут. Ждут. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Ну, наверное, дальше не стоит испытывать судьбу. Проверил, все работает. О, просадка вошла. Сажаем. Ну вот, в принципе, нормальный полет. Да, аккумулятор уже дохлый. Будем заказывать новое. Всем пока.